Общеполитическая дискуссия 72-й сессии Генассамблеи ООН начинается сегодня в Нью-Йорке. На прения прибыли более 130 президентов и министров иностранных дел. Участники обсудят урегулирование конфликтов, климатическую политику и социально-экономическое развитие. На сегодня запланированы выступления 37 спикеров, включая лидеров США, Афганистана, Бразилии и Египта. Глава МИДа Беларуси Владимир Макей, как ожидается, озвучит предложение нашей страны в четверг. Минск в этом году активно продвигает инициативу нового глобального процесса миростроительства, аналогичного Хельсинскому, а также интеграции интеграций.